Всем привет, дорогие зрители! Нашел Махмутларе трехкомнатную, просторную, уютную квартирку по очень хорошей цене, недалеко от моря. Значит, проекту 12 лет, у него здесь присутствует вот такой теннисный корт, баскетбольная площадка, фруктовые деревья, даже авокадо есть. Вот. Детская игровая площадка. Лимон сорвали домой, нужно будет, короче. Вот, если он успел бы, я сам съел бы. Здесь вот такая беседка, зона барбекю, просторный бассейн, где-то 20 метров в длину, 6 метров в ширину. И оттуда проход. Вот здание, которое говорил. Просторные два балкона, южная и северная сторона. Время съемки 5 часов. Пройдемся вперед. Есть генератор. Здесь площадки для велосипеда. И вот вход в здание. Вот такой вход тут. Присутствует два лифта. Есть также видеонаблюдение. Камера присутствует. Следят за мной. Поднимемся как на первый этаж. Поднялись. Айда тут 170 лир. Вот такая лестничная площадка. На этаже две квартиры. Вот такая просторная прихожая тут. Так. Здесь у нас первая спальня, вот такая просторная. Выйду сразу на балкон. Эта сторона у нас северная. Так. Вот. Такой просторный балкон застекленный. Идемте дальше. Сюда я еще вернусь. Здесь хозяйская спальня. Просторная. Вот. Продается с мебели бытовой техникой. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой. А здесь у нас общий санузел, такой вот просторный. Стоит проточный водонагреватель фирмы Veito. Стиральная машинка фирмы Beko. Так, здесь вот такой шкаф у прихожей. Здесь у нас кухня совмещена с гостиной. Бытовая техника. А у нас холодильник Beko, микроволновка какой-то Kenwood, посудомойка фирмы Beko, плита, духовка и вытяжка фирмы Beko. Вот такая гостиная комната здесь просторная. Так, и здесь у нас второй просторный балкон с видом на деревья и соседнее здание. Вот. Значит, так, дорогие зрители, проекту 12 лет, инфраструктуру вы уже увидели, айдат тут 170 лир, квартира продается обставленная на втором этаже по российским меркам, так он первый этаж по лифту. Два застекленных балкона очень просторных, 130 квадратных метров брутто, 110 квадратных метров жилая площадь. Цена этой квартиры 68 тысяч евро, дорогие зрители. Расстояние до моря максимум где-то 230 метров. С вами был мистер Агаси из солнечной Алании. Всем пока-пока.